перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Самый, мне кажется, длинный город в России. 100 километров в длину. Он как сосиски. Ну да, так он и есть. Это мне сказали, ты озвучил то, что говорят. Ну я про там они говорят. Он говорит, как сосиска говорит. Тут батон колбасы на берегу реки валяется. Всем привет. Скажи, что на радио «Маяк»? Я еду на радио «Маяк», блядь. Нахуй я подписался на движение? 9 утра, блядь, сколько там полтора. О, мы уже сейчас опоздаем. Ну, как всегда, в своем амплуа. Блядь, черножопая, ты что не спишь, блядь? Дратуйте. Меня атакуют мамочки, блядь, в декрете. Это очень весело. Нью-Йорк, салют. Кто мне, блядь, сегодня будет этим пользоваться? Блядь, содовцы зеленые ездят по городу. Салют, салют. Нет, я бракованный, кстати, не видел стиков. Я еду с Мариной, это мой... менеджер, мой друг и соратник. Это тот человек, который больше всех охуевает от того, что происходит вообще. Ну, мне похуй, она охуевает. Птаха на маяк поехал. А о чем передача-то будет? Творчество. Охуенно, блядь. Здесь меня не будут спрашивать сейчас про собаку, блядь, по имени Гуфи. Щека трясся. Ирис, привет. Сейчас я им там устрою, блядь. Погони за хайпом, блядь. Какой за хайпом, блядь? Я нахуй вообще на это подписался. Я просто отказывать не умею, блядь. Они звонят, говорят, вы не могли бы нам дать интервью? Я говорю, бля. Ну, пожалуйста, нам очень надо. Ну, то есть, как бы, мне неудобно им отказывать. Вот, а они потом это все выкладывают. Ничего, пусть не забывают. Сейчас новый тренд пойдет, что я все придумал. Ты видела? Они начали уже пускать, что я все придумал, все выдумал, все в моем тексте пиздец. Бля, я думал, написано «Света». Hyundai Света. Дабл. Батл, ёб твою мать, блядь. По-русски писать научись. Ланга отличная. Ланга проснулась. Вот. На легком нервике. У меня бабушка в больнице. Вот. Так что. Да, да, не одна, конечно. Расскажите мне сказки. Они появились, смотри. Птичка уже дома, долбоебы. Птичка уже до дома долетела. Птичка уже в Москве, уже как, блядь, сколько бы, перед 2 недели прошло, не все, эта птичка летит домой. Не думаю, что это меня обижает. Все, птичка. Это Джей просто. Ну. Похуй, что там тебе думалось. Спасибо. Хованский черт. Жирный уебищный черт. Отвратительная мерзкая ебала. Просто омерзительный персонаж. Просто самый омерзительный, блядь. Дьюти Монг по сравнению с ним просто бог красоты и адекватности. А Хованский черт. Хованский ты черт.
ебаный, блядь. Ты где-нибудь увидишь, дам тебе леща. А представляешь, что ты на батл не пришел, тебя там куча народу ждали, которые хотели дать тебе леща. Да не было там никаких зашкваров, идите нахуй. Зашкварные, блядь, подданные зашкварного короля, блядь. В зашкваренном царстве. Хованские уебища, просто, блядь, моральные, внешние уебища. Прям человек во мне вызывает, который просто столько негатива. Это единственный человек в мире, блядь, которого я прям, он противный, блядь. Прям мерзкий, блядь. Фу, блядь, урод. Да ебать я завистливый, я Хованскому тоже завидую, блядь, всем завидую. Вот тупорылые бараны, блядь, которые так думают. У вас все, что, блядь, не делается, все делается из зависти. Я просто бахую. Настроение заебись. Сейчас студия все заебись, студия работает. Ты низкий. Виталий Кокс, иди нахуй, ты заебал меня, очкарик ебаный мой. Хованом, бля, я бы щелкнул при встрече. Украине привет. Альбомчик скоро ждите. Хованский, бля, уебок. Просто мерзкий, отвратительный, уебан. Вот прям отвратительный. Если кто-нибудь где-нибудь ему даст леща и выложит это в интернет, я, бля, лично похвалю этого человека просто. Это не призыв, а это просто, как бы, если вдруг такое когда-нибудь произойдет, я первый, кто будет топить за человека, который дал ему лещей. Я их посылаю нахуй. Ебра, наверное, брат очень пишет. Сука. Ебра, иди в жопу. Кошмар. Ну чё? Это, ладно, ничего не сказал, прожала. Ну все, она вообще относится, блядь, ко всей этой ебате, как к детскому саду. Трекер, подождите, пока никуда. Куф сквертанул на лицо тебе. Типа, сквертанул, блядь. Чем пиздой, что ли, блядь? Ты хоть знаешь, такой сквертит, дебил, блядь. Бля, его фанаты даже, блядь, его же обсирают, сами не понимают. Товарищи, фанаты — это лицо, так сказать, артиста. Ну, мне жаль вас. Блять, я нажрался, да. Он захотел нажраться и нажрался, и чё. У меня все заебись. Потому что ты долбоёб. Пишешь то, что тебе надо писать, не то, что ты пишут все. Чмо твой папа. Приеду, конечно. Ты приеду от Ильи и Ксюши. О, супер. Им тоже привет. Вот. Привет, ребята. Ах, вы заебали меня учить, а, блядь, сколько лет можно, блядь? Сколько я в рэпе с 96-го года. И с 96-го года меня все что-то учат, блядь. Есть такие умные, хули вы такие неизвестные, блядь. Ма? Объясните мне, пожалуйста. Лане похую. Лана ржет. Лана относится вообще к больным людям с очень с таким этим. Как он называется? С легкой улыбкой. Ты прям вбив в этот, куда нам ехать? Известно, как стать. Но для начала надо не быть частью стада.
и не делать то, что делает стадо, а идти с ним вразрез. А дальше со мной по накатанной все пойдет. Спасибо, спасибо. До свадьбы. Да, не знаю пока. Все собираемся и соберемся. Есть люди с собственным мнением, я очень уважаю таких людей. Ну, а там малолетний, 14-летний, блядь, стадо это, блядь, оно для меня не представляет никакого интереса. Блядь, что за хуйня происходит, слушай. Моя подруга, блядь, откуда я узнал? Прямо 1 километр. Ну, бля, они почему не пишут одинаковые фразы, объясните? Ну вот это вот все ебы, которые пишут, блядь, они одинаковые фразы, как будто копирку хуярит, как тезисная. Как с Навальным была вот эта хуйня. Интересненько. Дешевые комментарии? Есть. Черт твой папа. Все заебись. Блять, люди, отстаньте от меня. Все вот эти вот ваши комментарии гадкие, которые вы мне пишете, они ничего не меняют в моей жизни, успокойтесь. Бланк пишет привезти икры. Малыш, там в холодильнике икра лежит. Я не знаю, о чем на радио мы будем беседовать, я никогда не спрашиваю. Мне интересно всегда самому. В надежде на какие-то новые, необычные вопросы. Через 300 метров налево. Блин, я слышу, Марина. Раньше здесь у нас была... Раньше у нас здесь была студия. На флаконе. Флакон. А? Потом на Варшавке. Поверните налево. Да Паш ничего не привезет. Опять он пришлет нам баночку в 100 грамм, блин. Жадный, блин. Жадный, это не восточный еврей, блин. Когда Паша приедет? Паша, когда ты приедешь, Паш? Тут вот тебя Марина спрашивает. Рим-Дига, ну, узлы делают заебись. Мы, к сожалению, с ним не знакомы. Спасибо большое, спасибо. Насчет местного ничего не знаю. Бабки потратил, конечно, и что. Она не глохнет, я ее перезавожу. У меня что-то тупит она. Надо съездить на этот, как его. На сервис. Что-то у меня генератор, мне кажется, отрывается. Вика, доброе утро. Не, я не на съемку, мы на радио. Съемки днем. Кстати, мы сегодня с ним начинаем снимать клип. Сегодня у нас первый съемочный день. На трек «Кудесик», скажи, обойный. Вот, скоро выйдет клипец. На сегодня еще выйдет рекламка. Через 200 метров верните налево. Да, загоню на диагностику. Времени нету все, блядь, никак не доеду. Чувак на велике с моей хуйней. Снег лежит. Как потратил бабло? Как потратил бабло? Б
Бля, у нас большая стройка лофтов, ебал, я туда все бабло. Плюс купил железо для студии новое еще. Тачку я себе покупать не стал, мне нахуй не сдалась. У меня вот в Ланке есть машина и все. Вот. Скажи, да, в Москве уже. Красноярск, ну хрен знает, опасно ехать к вам. Нет, со Слимом я не в контактах. Со Слимом, да никаких я с ним не в отношениях. Где могу быть отношения, как сказал Вася, не определившимся другом, блядь, то там, то здесь, блядь. Рабочих. У нас с ним недопонимание давно. Ну, людям интересно, куда я дел столько бабок, блядь. Ну, вот, лофт, студия. Плюс у меня, в отличие от некоторых, большая семья, и мне надо всем денег дать. Купил новый саб, короче, я. Еще там одну приблуду и микрофон новый себе купил, с которым кататься. А то меня заебали эти микрофоны проблеванные. Зачем? Мне лучше не связываться. Блять, вообще просто у меня съемки, как обычно, прыщ на носу и, блять, нормальное явление. Я уж привык. Я вчера уже спать ложился, чувствую нос честно, думаю, блять, к съемкам. Да народу половину даже не смотрели этот батл. Они чисто, блядь, так. Батл еще вышел там 3 минуты, как они уже там топили, там же тусклым комментарием было о том, как меня разъебали и разнесли, блядь. Просто, блядь. Рэндж. Ром, привет. Лехе тоже привет. Бля, Ром, то что-то никак не получается у меня. Куда нам? А, нам прямо. Нам прямо? Нам вообще прямо, ебаный. Или налево? Да, нам вообще прямо. А? Где сейчас? Там дальше налево. Да? Дальше налево. Охуенно встать на красный свет посреди просто, блядь, Дмитровки. Бля, да иди ты нахуй, просто Стас 77 Москва. Я ебал тебя в жопу, хуй путала. Нет, я считаю, что фото спалено, перебор был вчера в Твиттере. Это, блядь, как есть, блядь. Я сам лично это спалил, эту историю, поэтому нехуй мне начался, что этого не было. Ланка, да, эти извинения приняла, конечно. Ну что мне сделать, блядь, перепрыгнуть машины, что ли, или что, блядь? Ты куда едешь? Осел зеленый, блядь. Просто, ну, машина цвет говна, блядь. Ой, не говна, это говняные мухи, блядь. На Украине я, к сожалению, закрыт у меня въезд на Украину. Благодаря некоторым людям. Я так понимаю, что Антон Нота виноват. И половина рэпа, которые закрыли все к нему вопросы. Я давал лизать сухой собаке, ты ебнулся, блядь. Хованский тебя сломает. Слава, шапка зеленая. Ну, шапка зеленая, что? Сейчас модные зеленые шапки. Главное, сидят же. Боты пачками ебашат только в путь. Вот хоть один кто-то увидел. Просто они хуярят. Там вот здесь, по-моему, да, поворачивают? Верните налево. И денег не жалко, блядь. Ну проезжай, блядь. Сука, дебилы, нарожают долбоебов, блядь. Сонные едут, блин. Я тоже как дебил сейчас. 2 километра. Куда мы все едем, блядь? А,
я уже зарядился, ебать, смотри. Да я всегда был такой, отстаньте от меня. Мне всегда было на все похуй. После того, как один раз чуть не умер и выжил, понял, что вообще на все похуй, просто насрать. Ничего страшного в этом мире не происходит. Я в любом случае, если что, могу сдать нашу трехкомнатную квартиру, блядь. Лофт, студию, блядь. Все просто, блядь. Езжай, чепушила, блядь. Да ебаюсь, эту телку, блядь. Этот. Все сдать в аренду, нахуй. Уехать жить, блядь, куда-нибудь в Индию, на Гавайи, блядь. Вообще охуенно себя чувствую. Так что мне так похуй вообще. Вы себе не представляете. Вот, я в центре живу. Будет, будет. Так мы ведем отбор. Потихо, потихо, потихо. Крыша. Понимаю, серьезно, смешите меня. Какая, блядь, где она, нахуй? Я готов, давай, ворвемся. Крыша, блядь. Нет у него крыши никакой, блядь, успокойся. Бля, в КС не вопрос, раскатаешь стопудово. Я тебя в Mortal разъебу, как сучку, блядь. Просто как лоха, блядь. Просто сожру тебя, нахуй. И выплюну, блядь, понял? А в КС, да. В КС я проебу стопудово. Я, блядь, пора в жизни в КС и башился, блядь. И то безуспешно. Рона, ты что не спишь-то, блин, толстый? Я думал, ты в это время сейчас спишь. Я еду на маяк, радиомаяк. Сейчас я приеду, включайте радиомаяк, прислушайте, блядь, мои глупости всякие. Я какой-нибудь лабудыны говорю. Надо было дунуть, как перед батлом, чтобы выдать эту хуйню, блин. Хотел грязь делать, не решил делать грязь, грязь. Грязь за грязью сделал грязь. Или как я сегодня сказал, вы меня видите, я вижу себя как есть, а вы меня видите, как видите. Бля, я еще не слушаю. Я только проснулся, посмотрите на меня. Какой альбом свой гимнастик? Послушаю. Я уверен, что охуенный альбом. Да нет никаких проблем с сердцем. Ебать, он там упарываться героином, нахуй, блядь. Просто ебичьи количество ебашит кокаин, блядь. У него проблем с сердцем нет, а тут на батл вышел. У меня проблемы с сердцем, пожалейте меня, бедного, несчастного. Я несчастный. Ладно, хорошо, я проиграл. Пусть будет так. Но я хотя бы, блядь, не ныл, нахуй, там, и ничего не забыл. Всю дорогу про себя не рассказывал. Я на батле рассказывал про оппонента. Но, видать, в нашей стране на батле надо рассказывать про то, какой ты несчастный, чтобы тебя пожалели, блядь. Можно доебаться до басты. И поставить его в тупиковую ситуацию, когда он просто должен за тебя голосовать, иначе ты будешь писать, что он отдал голос кому-то еще, потому что, блядь, он обиделся. Это так смешно, блядь. Бля, я не болею ни за кого. Отбор на ЦАУ. Вот, мы нашли Джонни Вайца. Сейчас потихонечку ищем еще кого-то. Я не знаю, сейчас альбом выйдет у меня. И потом будем уже как-то решать. Это поражение нужно принимать достойно. Идите нахуй, товарищи. Было бы, блядь, если это нормально все, то вы бы не писали бы в таком количестве. Особенно, блядь, вот эти вот аккаунты, где 0 подписчиков, одна, блядь, 90% мне пишут, блядь, тех людей, у которых ни одной фотографии, 2 подписчика. Блядь, что это за хуйня? Ни аватарок, все страницы закрыты, уже приказывается там. Это, походу, было такое загиб, вдруг проиграю. Заранее, но закинули денег, а выиграл на топи. У меня 5 кровей, товарищи. Я не делю на нации людей, и поэтому никому не говорю, какой я нация. Но отец у меня вообще армянин. Вот. Можете сказать, что я армянин. Вот. Но вообще я не делю людей на нации. Я считаю, что людей на нации делят глупые люди. Вот. Ну или те, у кого евреи там и татары намешаны. Вот. Есть у меня один знакомый картавый, который еле разговаривает. Это меня убило, эту фразу. Я считаю его ртом, а ты читаешь жопой. Блин, батя с Мерседеса досыпает. Утром выходит, думаешь, блядь, что? Ты про бывшую курицу? Вот. Я про другую сказал.
Теперь я надеюсь, вы понимаете, что надо было до меня доебываться изначально с этой курицей, блядь. Лошар де Кантара, блядь. White Price. Все направо. Репер. Тут больше некуда, блин. Ну да. Да все нормально. Да я ебу, что ли, блядь, правда это неправда. Спросите у них, блядь, спросите у Гуфа, спросите у Маши. Я мне похуй вообще на эту Машу, блядь, уже как 5 лет. У меня другая женщина. Я люблю другую женщину. Я люблю другую женщину. Так что отъебите от меня. Я не хочу влазить в личную жизнь Маши, Гуфа и прочее. Это, блядь, жены, блядь, рэперов, дети рэперов, блядь. Вообще, все это, блядь, что-то, короче, все хотят. Все думают, что они себе что-то представляют, блядь. Особенно жены рэперов не радуют вообще. Ну, походу, если рэперский писюн посасывают, уже рэперы становятся. О, отлично. А что так мало-то? Планик мало. Скажи, что там надо прям, ух ты, хуя их там. Мне сейчас прям привезут, я сейчас покажу вам, что. Мне дохуя их нужно. Покажи, дай посмотрю. Я людям покажу. Эти камушки. А вы мне тут, блядь, про батл рассказываете. Батл — это все детсад. Рэп — это детские игрушки. Кто-то читает рэп, чтобы выжить, кто-то выживает, чтобы читать рэп. Павел Андреев, мощно это твоя, это очко твоей тёлочки разъебанное, блядь, этим твиттерьерчиком. Хованский, чтоб тебя выебал. Сколько еще надо примерно? Чего? Фамилия. Ну побольше мне надо, побольше, чем больше, тем лучше. Сколько там есть? Ну еще столько же, если есть, давай заберем. Я не масон. Не надо. Куда нахуй развернитесь? Обратно мы едем? Да не масон, ебаный, что ли? Вложу никогда в жизнь не возьму, блин. Его там ненавидеть, блин. Бля, если, короче, я читаю жопу и начитал себе на, блядь, на 3 золотых альбома, блядь, не считая центровых. Ебать, у меня жопа талантливая. У меня жопа талантливее, чем вы, товарищ. Чем ваш рот, блядь. Через 300 метров после тоннеля поверните направо, а затем поверните направо. Хованский вообще хуйло. Просто хуйло и опущенное чмо. Хованский, я знаю, что ты это увидишь. Ты чмо ебаное. Просто, блядь, зашкваренное чмо. Мерзкое, блядь. Уебищное ебало, блядь. Внешний уебок. Моральный урод, блядь. Омерзительный, сука. Ты вызываешь во мне и во всех моих знакомых, блядь, и рэперах просто от... такие чувства, которые не вызывает никто. Мне кажется, блядь, даже бомж в говне у подъезда, блядь, более привлекательно выглядит, чем ты. А ты, сука, даже сожаления не вызываешь. Вызываешь омерзение. Хованский, ты урод, блядь. Просто урод моральный. Блядь, я не знаю, где земля. Вот тебя реально, блядь. Все мои враги по сравнению с тобой просто охуенные пацаны. Ты просто уебан, мерзкий, отвратительный. Я знаю, что ты увидишь, вот просто знаю. И все. Вся инфа, которая была на батле, мне сказана, мною не придумана. А я присутствовал при всех этих вот этих моментах. Да, хуйня такая, шаб.
не любите, мне так это нравится. Через 50 метров поверните налево, а затем поверните направо. Чего? Поверните направо, а затем через 100 метров поверните направо. Куда направо? Во дворы вон туда, что ли? Дальше нет поворота, мне кажется. Ну, короче, мы почти приехали. Скажи. Да не обосрался на батле, это вы обосрались, блядь. С вашим зашкваренным королем, блядь. Зашкваренные детишки. Граждане зашкваренного королевства. Какой двор, блядь? Куда сюда? Кто меня туда пустит, блядь? Все выписали. А, выписали там? Вот такие большие ворота, как в тюрьму. Блядь, не хочу ехать сюда, блядь, этот забор. Да че ты, блядь? Сейчас стоим. В плане, где мой концерт? У меня тур готовится, блядь, под альбом. Я же не буду просто так кататься, блядь, лёгкий, нехуй. Я столько городов проехал, я уже когда лечу в другой город, я уже, блядь, ничего не улетел, уж домой хочу. Король пивной, ёбаный бастос, вот это королевство. Да хова черт, если бы он был на батле, вот тогда бы точно, блядь, ему ебальник бы там сломали просто, и вот так, ну... Что говорят? Надо поехать, короче, чуть-чуть. Там, где ступеньки, на гостевую парковку. Ну, ладно, вот видишь, я здесь сказал, нас сюда не пустят. Я тут, блядь, ну... Сюда не могут пустить никого вообще. Ты что это, блядь? Рабочая парковка, блядь, с таким большим забором. Там, наверное, делают деньги. Приезжай, товарищ. Ну, сейчас он приехал. Подробности. Подробности в интервью есть. Вот там сейчас выходит интервью, вот там и есть подробности. Я сам лично спалил эту хуйню. Зашел в комнату, блядь, и спалил эту хуйню. Поэтому, блядь, можете там дальше пиздеть, что я все придумал, мне еще хуй ложил. Ну, блядь. Да, мы здесь уже. Если бы я такое придумал, то мне бы уже бы сказали. А что, не вписывали, не вписывали? Что говорят? Все, можно здесь походить. Где здесь? Сейчас, 5-7. А, вон там можно, да. Сейчас, это в районе. Ладно. Все нормально. Нормально. Нормально, нереально. И блядь, понял песню. Ты что? Здесь нельзя. Я не могу здесь выйти. Почему? Потому что здесь вот, видишь? Ну что, ты не был? Почему? Короче, я на маяк пошел. Станция маяк. Станция маяк. Москва. Маяк. И здесь хуяк. Птица хуяк. Ты уже в эфире? В эфире, как я в эфире, ты что? А что ты хочешь? Ничего. Меня подговорить? Давайте взорвем маяк. Сейчас мы, короче. Или взорвем на маяке. Хуяк, вы слышали, маяк? Жил спокойно маяк. И тут на нем птица хуяк. Здрасте. Здрасте. Спасибо.
Здрасте. Здравствуйте. Да я всегда был нужен, успокойтесь. На гастроли-то ездить начал в 97-м году. Леша тогда в Китае жил. Маяк. Да не, я не знал. Теперь узнал. Но я очень рад, что это было сказано. За это может Леша сказать спасибо. Ибо от меня и от моей половины отъебутся. Я хочу отчего сбривать, отстать от меня. Батл был веселый. Ну, батл, конечно, сам по себе так себе. Мы те еще батлеры. Но в целом мне все понравилось. Я ничего не забыл. Я все сказал по факту. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей. Да, весь. Так вот ты какой. Да. У нас есть одна печенька. Какая печенька? Печенька? А, нет, печенька не хочу. Я думал, другая печенька. А, в этом смысле? Да. Ну, можете раздеваться? Да, все, понял. Ладно, всем пока. 50.